ангел-хранитель для знака зодиака. У кого просить помощи в трудную минуту? Когда наступает трудное время и рядом не оказывается человека, который смог бы поддержать, люди обращаются за помощью к потусторонним силам, даже если до этого они никогда не верили в подобное. Самым мудрым решением в данной ситуации станет обращение к ангелу-хранителю, который наверняка поможет понять, как справиться с трудностями и решить проблемы. Зодиакальное происхождение подскажет, кому именно следует обращаться. Овен. Ангелом-хранителем овнов является Бакариил. Он наделяет своих подопечных невероятной внутренней энергией, силой, бесстрашием. Телец. Подсказки своего ангела-хранителя Аматиила тельцы получают с помощью интуиции. Также он дарит надежду этим зодиакальным представителям, вдохновляет и защищает от невзгод. Близнецы. Верным проводником по жизни для близнецов является ангел Бахрам. Он не позволяет данным зодиакальным представителям совершать непоправимые ошибки, вдохновляет их на новые свершения. Рак. За благополучие раков отвечает ангел Дина. Также данный ангел-хранитель наделяет своих подопечных мудростью, силой, умением ориентироваться в сложных ситуациях. Лев. Зачастую львы считают себя всесильными людьми, которые не нуждаются в чужой поддержке. Однако без влияния ангела Аквариила им было бы сложно всего добиться. Он помогает данным зодиакальным представителям как в физическом, так и психологическом плане. Дева. Защитником дев является Кадмиил. С помощью подсказок он помогает представителям этого знака справляться с самыми разными трудностями. Весы. Данные зодиакальные представители слишком нерешительны, пассивны, пугливы, что негативно сказывается на их судьбе. Но благодаря влиянию ангела Барчиила им удается добиться желаемого и стать счастливыми. Скорпион. У скорпионов ангелом-хранителем является Гавриил. Он оказывает огромное влияние на жизнь данных зодиакальных представителей, помогает им переродиться в духовном плане. Стрелец. Жизнерадостные стрельцы являются везунчиками, поэтому они редко просят о помощи. Козерог. Ангел Тамбиил наделяет своих подопечных смелостью и отвагой, которые помогают им в решении многих проблем. В какой-то степени козероги даже могут почувствовать влияние ангела-хранителя, ведь они наделены сильной интуицией. Водолей. Чувство гармонии и спокойствия у водолеев появляется благодаря влиянию ангела Катитила. Это очень помогает представителям данного знака в самые ответственные моменты. Рыбы. Слабым духом рыбам помогает ангел Егалмиил, который вдохновляет их на самые смелые поступки. Он подталкивает данных зодиакальных представителей к верным решениям и помогает справляться со сложными ситуациями. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать свою точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.